Привет, друзья! Меня зовут Андрей. Хочу поздравить вас для начала с Новым годом, с рождественскими праздниками, пожелать крепкого здоровья вам и вашим родным. Также я хочу поблагодарить Антона с его командой за то, что они запустили такой успешный проект, который сейчас развивается и привлекает в свои массы все больше и больше людей. Антон, ты делаешь действительно великое дело, ты изменяешь людей, ты изменяешь их отношение к своей жизни, к своему телу. Я хочу поздравить всех участников этого 100-дневного марафона с его завершением. У нас это как бы небольшой выпускной, но на выходе мы получили не толпу школьников, которые ничего не знают, а получили кучу спортсменов, которые готовы изменять свою жизнь, ставить цели и их добиваться. Этот марафон действительно довольно сильно повлиял на меня, потому что за свои 26 лет единственными видами спорта, которыми я занимался, это был типа челночного бега, там выноса мусора и там быстро принести там покупки с рынка. Хочу выделить те вещи, которые действительно очень важны в этом марафоне с точки зрения как бы психологической, которая мне ближе и интересней. Во-первых, этот марафон учит вас планировать свой день. Вы начинаете составлять план, во сколько вы пойдете заниматься, какая продолжительность вашей тренировки будет, что вы будете делать потом. Это все влияет в будущем на ваши отношения к жизни. Также этот марафон учит вас концентрации. Вы начинаете наблюдать за собой. Это можно сравнить с медитативной практикой, когда вы медитируете, вы полностью смотрите в себя. Так же самое во время тренировок вы наблюдаете за своими движениями, как ваше тело реагирует на эти движения. И кроме того, этот марафон учит вас ставить цели и их добиваться. Жизнь без цели – это жизнь впустую. Жизнь пустую – это отсутствие мотивации, вы просто плывете по течению и ничего толком не делаете. А этот марафон действительно многих людей, я думаю, научил ставить цели и их добиваться. Будущим участникам я хочу сказать, что не надо искать мотивацию в аналогичных видео. Мотивация внутри вас. Не ищите мотивацию в видеозаписях, в книгах. Главное правило – это не мотивация ради действия, а действие ради мотивации. Действие первично. Когда вы начинаете действовать, вы сами в себе создаете мотивацию, и таким образом закрывается контур, и вы делаете, мотивируете себя, продолжаете дальше делать, добиваете целей, ставите новые цели, вы живете, у вас жизнь становится насыщенной и яркой. Всем спасибо за этот марафон, всем удачи, ставьте цели, добивайтесь и будьте успешными людьми.